друзья, ревут трибуны Ростовского дворца спорта. И у болельщиков, и у игроков прекрасное весеннее настроение. И значит, с минуты на минуту начнется матч Кубка ЕГФ по гандболу среди женских команд. И на площадке сегодня встретятся Ростов-Дон и Астраханочка. Нет никакой ошибки в том, что две российские команды играют в 1/4 финала Кубка ЕГФ. Так уж распорядился жребий. И за этим матчем вместе с вами будем наблюдать мы, Александр Боровков и Роман Саганов. Роман, приветствую. Да, я приветствую всех болельщиков гандбола, приветствую просто поклонников спорта. Мы сегодня в предвкушении настоящей женской борьбы, в преддверии самого красивого весеннего праздника. Будем надеяться, что сегодня наш Ростов-Дон окажет достойное сопротивление. И, ну, родные стены должны помогать. Зрители постепенно, потихоньку заполняют дворец спорта. Мне кажется, что сегодня никто не будет разочарован. Я надеюсь, что сегодня Ростов-Дон выиграет. Саш, ты согласен со мной? Я не могу на 100% разделить твою уверенность, потому что, думаю, битва будет жаркой. Астрахань не подарок. Астрахань одна из тех команд, которой удалось победить Ростов-Дон на предварительном этапе чемпионата. Напомню, у команды Яна Лесли было всего 2 поражения от Лады в Тольятти. И вот в Астрахани Ростов-Дон уступил. Астрахань знает, как побеждать Ростов-Дон, поэтому, я думаю, сегодня приложит максимум усилий для того, чтобы добиться успеха. При этом, да, помимо поддержки хозяев площадки, будет и поддержка у гостей. Сюда, в Ростов-на-Дону, из Астрахани приехал довольно внушительный по гандбольным меркам десант болельщиков астраханских, около 30 человек. Вот после этой фееричной паузы продолжим. Да, Ростов-Дон, гремят трибуны. Я думаю, что будут греметь трибуны и в пользу Астраханочки. Есть кому поддержать команду сегодня здесь. Мне очень понравилось такого внушительного размера барабан у астраханских болельщиков. Представляете, я думаю, что вам сегодня предоставится такая возможность, уважаемые телезрители, послушать этот шум и гром, потому что мы с Александром услышали его перед матчем, знаете, внушительных размеров, да, барабан. Очень внушает боевой дух, мне кажется, всем игрокам. Мы видим Регину Шампута на площадке. Видим игроков Астраханочки. Да, у всех лица напряжены, сосредоточены. Еще раз повторюсь, это российское дерби в 1/4 Кубка ЕГФ. Я вот комментировал до этого матча, матч чемпионата России по гандболу, когда Ростов-Дон принимал на своем поле университет. Да. И знаете, мне показалось, что это такая была разминочная игра ростовчанок перед ответственными матчами в Кубке ЕГФ, потому что и уровень команды Ижевска. Но надо дать должное удмуртским гандболисткам, все-таки они сопротивлялись как могли. Да, как бы ни говорил Ян Лесли о том, что для нас, для команды, важен каждый матч, и, в общем-то, каждому команда относится с особым настроем, но, конечно же, в игре с университетом Ростов-Дон чувствовал себя расслабленно. Мы видели некоторые необычные комбинации. Ксения Дьяченко появилась на площадке в розыгрыше. Майя Петрова играла на одном из краев. Да? Ну вот, сейчас мы отвлечемся от этих рассуждений и увидим Екатерину Ильину, которая сегодня день рождения. И свой праздник она встречает на площадке, можно сказать, как положено спортсмену, да? Можно сказать, на рабочем месте, да, приходится ей отмечать день рождения. Весь зал поздравляет Екатерину. Мы присоединяемся к поздравлениям, желаем Екатерине побольше красивых голов, поменьше травм. Ну, я не знаю, что еще добавить. Действительно, очень ценный игрок и очень горячо любимый ростовскими болельщиками. Очень большой объем работы она выполняет на площадке. И много, конечно, пользы на ней игра во многом строится. Поэтому Екатерина... Ну, немного попозже. Что ж, продолжим о составе Астрахани. Главный тренер Астраханочки Михаил Серегин. И далее по номерам. Номер 1 Анастасия Рябцева. Номер 2 Карина Сисенова. Номер 4 Яна Желенскайте. Номер 6 Екатерина Смирнова. Номер 7 Валентина Гончарова. Номер 8 Полина Кузнецова. Номер 9 Ольга Горшкова. Номер 13 Анна Вяхерева. Номер 16 Эвелина Аношкина. Номер 17 Людмила Выдрина. Номер 20 Виктория Желенскайте. Номер 22 Кристина Тарасова. Номер 32 Диана Ильина. Номер 44 Кира Трусова. Номер 73 Карина Ежикова, капитан команды. И номер 77 Ирина Снопова. Напомню, главный тренер Астраханочки Михаил Серегин. У Астраханочки место в воротах занимает Кира Трусова под номером 44, а у Ростова, по всей видимости, Карина Габисова появляется в рамке ворот. И вот сейчас последние секунды, давайте обратно посмотрим, отсчет. Да, обратно отсчет.
люблю говорить, поехали! Какой настрой сегодня в Ростовском дворце спорта. Гремят трибуны с первых секунд. Очень высокий накал спортивных гандбольных эмоций наступает в Ростове-на-Дону и во всем российском чемпионате. Гандбольная весна, впереди важнейшие игры основного этапа чемпионата. Но мы сегодня не на матче чемпионата России. Мы сегодня в Еврокубке. 1/4 кубка ЕГФ. Вот первая атака Ростов-Дона. Кира Трусова справляется с бросом. Екатерина Ильиной. Да, не удалось Екатерине открыть счет заброшенным мячом. В этой встрече делает передачу на Бобровникова. Вот та на край. Борщенко с мячом. Нет, Борщенко вяжет. Не удает Вике ничего сделать. Там хорошо очень работает защита. Защитные действия. И очередной бросок. И попадает в блок. А со что наносил, если для... Бобровникова бросала. Да, и сейчас Ростов-Дон ведет мяч в игру. Елена Сливинская, передача на Ильину. Ильина разыгрывает на Бобровникову. Мощный бросок. Дальний штанга. И контратака тут же Астраханочки. По-моему, Кристина Тарасова это была. 22-й номер. Да, все да, верно. Кристина Тарасова. А вот так и проспали ростовчане. Сейчас быструю контратаку. Кристина Тарасова наказывает за расточительность. Два прекрасных момента не удалось ни Владлене Бобровниковой, ни Екатерине Ильиной поразить ворота соперниц. Ну что ж, попытка номер два. Ильина в центре. Справа Сливинская. Манагарова! Ильина снова пас на левый фланг. Борщенко. Нет, не доходит дело до броска. Вяжет на подступах. Ну, по всей видимости, есть нарушение было. Да, и желтая карточка предъявляется игроку Астраханочки. Не справляются за быстрыми движениями ростовчанок. Продолжает атаку Ростов-Дон. Екатерина Ильина перепасовывается с Бобровниковой, с полусредними и с Сливинской. Да, вот сейчас передача в край. Борщенко бросает и в точку. Спасибо, Вика! Спасибо, Виктория Борщенко! Прекрасно, да, ну и пока мы любовались повтором, Астрахань стремительно рванула вперед, сумели ростовчанки вернуться, остановить соперниц, и сейчас Астраханочка разыгрывает комбинацию. В центре Карина Ежикова смещается на левый фланг, и вот ну, будет смотрите, бросок да, сейчас. Куда уходит Анна Вякирева со своего края, да, смещается, ну, фактически там на позицию, по-моему, полусреднего и забрасывает оттуда, и тут же отвечает Ростов-Дон. Оксана Фританько это была. Мне показалось, что Бобровникова. Атаки Астраханочка, очень стремительная атака у Астрахани, как мы успели заметить. Очень быстро девчата передвигаются по площадке, немного не успевают здесь ростовчане. Небольшая пауза в игре. К сожалению, я не увидел. Давайте на повторе посмотрим, что же было. По лицу попала Анжела Булатович, соперница. Ну, слава богу. Ну, все в порядке. Продолжает матч, да. Все-таки девушка миниатюрная, но очень боевая. Кстати, по голосованию болельщиков астраханских, кто лучший новичок нынешнего сезона, Анна Вяхерева с огромнейшим отрывом заняла первое место. За нее проголосовали 60% болельщиков. Да, очень серьезный, очень сильный игрок. Очень хорошее усиление у Астраханочки. Ну вот сейчас ее сестра Полина Кузнецова бросала в ворота Ростов-Дона. Галина Габисова справилась в этом эпизоде с броском. А у нас, я смотрю, семиметровый. Да, назревает очередной семерик. Екатерина Ильина для того, чтобы совершить бросок. Против нее Кира Трусова. Ну что, ждем, смотрим. Да, браво. Здорово. Екатерина Ильина сделала очередной подарок себе на день рождения. Самым, наверное, главным подарком для Кати сегодня будет эта победа ростовской команды на домашней арене в 1/4 финала Кубка ЕГФ. Астраханочка разыгрывает мяч. Вяхерева на Ежикова на Кузнецову. Кузнецову сбивают с ног. Так сказать, в коробочку попадает. Майя Петрова, кажется, была груба по отношению к Полине Кузнецовой. Елена Сливинская получает желтый карточку. Но на самом деле нарушала правила Майя Петрова в том движении. И тем временем продолжается атака Астраханочки.
бросает дальний бросок Вяхеревой. Не точно, не удалось Анне запустить снаряд в ворота. Давайте посмотрим, как ростовчане сейчас. Вот так правит, как Борщенко. Ай-яй-яй. Не получилось. Хорошая задумка была, но, к сожалению, не воплотилась она в реальность. И что ж, давайте посмотрим. Людмила Выдрина в центре. Она играет на край, бросок с края. И вот уже Астрахань сокращает отставание. Счет 4-3. И Анна Вяхерева забрасывает третий мяч астраханочки в этой встрече. Да, надо что-то предпринять, ростовчанка. Карточка, мы видели, сейчас появилась на наших экранах. Не успел я проследить за тем, кто хлопотал горчичник. Виктория Борщенко, желтая карточка. Очередной горчичник у Ростов-Дона. Ильина в центре, Сливинская. Серия коротких перепасовок, но до броска дело пока не доходит. Игроки Ростов-Дона, вот едва не теряет мяч Юлия Моногарова. Могла быть контратака, но нет. И тут же Ростов-Дон исправляет собственные оплошности. И вновь Ильина. Ильина, счет 5-3. Да, здорово сыграла здесь Екатерина Ильина. А это нам показали Кира Трусова, вратарь Астраханочки. Да, к сожалению, не справилась. Да, в очередной раз приходится доставать мяч из ворот. Не справилась Кира с мощным броском Екатерины Ильиной. Ежиков, у нас три атаки у Астраханочки. Уходит. Нет, в центр смещается на левый фланг. Там перешла Виктория Живинская, это на правый, да, край получается атаки. Появилась она на площадке после двухминутного удаления. А вот здесь нам показали, как Виктория Борщенко отчаянно борется в защите. И вот. Хорошо! Опасный бросок. Мяч остается у Ростов-Дона. Булатович идет вперед. Передача на Моногарова. Моногарова! Незаметно выскочила. А вот еще одна атака. А вот это Борщенко. Прекрасно, девчонки, держать в том же духе. Продолжайте. Буквально несколько секунд потребовалось, чтобы забросить два мяча. Меньше минуты, еще 7-3. А вот здесь уже Галина Габисова творит чудеса. Отбивая очередной раз стремительно летящий снаряд в ее ворота. Вновь Ильина появляется на площадке и занимает свое привычное место в центре. Сливинская на правом фланге. Атакует ее Тарасова очень стремительно и едва не перехватывает мяч. А вот здесь не получилось. В свойственной манере Юлия Моногарова. В падении пыталась. Желтую карточку получает за это Полина Кузнецова. Было нарушение, да, судья, конечно же, все увидел, прав. И место в рамке у Астраханочки занимает Эвелина Аношкина под номером 16. Ну а с мячом все та же Екатерина Ильина. Посмотрим, как будет на этот раз. И на этот раз без промаха 8-3, четвертый мяч Ильиной в этой встрече. А вот теперь стремительно развивается атака Астраханочки. Что-то явно задумали астраханские гандболистки. Но до броска опять же дело не доходит. Вяжут на подступах. Ну, вяжут не без нарушений, как мы видим. Да, Елена Сливинская получает желтую карточку. Очень интересная игра, насыщенная. Об этом говорит и обилие желтых карточек. Кузнецова играет на Ежикова, Ежикова на Желинскайта. И тут Вяхерева и снова Желинскайта с мячом. Вероятно, будет бросать, не дают ей, конечно, бросить в этой ситуации. Отыгрывала до последнего Виктория этот эпизод. И сейчас у Астраханочки готовится выйти на площадку Карина Ильина. Прошу прощения, Диана Ильина. Однофамилица Екатерины Ильиной. Но это совсем разные игроки, они не сестры, не родственницы, более того, даже гражданство у девушек разное. Диана Ильина представляет сборную Белоруссии. Тайм-аут у нас тем временем, и тайм-аут берет команда Астраханочка. Ну и вот мы видим как раз астраханских болельщиков, которых немало, и которые очень дружны, очень сплоченно, они поддерживают свою команду в этой встрече, и довольно шумно. Поделись,
бойтесь бить издалека. Поехали! Это нам показывает самые интересные моменты. Да, вот как раз была и Анна Вяхерева, и Карина Ежикова, та самая, которая сейчас главный тренер Астраханочки Михаил Серегин. Смотри, какая упорная борьба идет, да? Какие лица напряженные. Как борются девчонки, как стараются. Мы все слышали. Михаил Серегин сказал, не бойтесь бить издалека. Посмотрим, увеличится ли количество дальних бросков в ворота Ростов-Дона. Насколько астраханки выполнят тренерскую установку. Да, посмотрим, посмотрим. Карина Ильина занимает место на левом фланге. Вот сейчас у нас мячом как раз была. И снова передача на Вяхерева, Вяхерева на капитана Ежикову. Здесь Елена Сливинская. Немного сушевались астраханские гандболистки. А вот быстрый контратака будет получиться. Оказывается, в воротах до последнего бьется Юлия Моногарова буквально до, ну, в каждом секунде до этой встречи, в каждом эпизоде. Ой, а вот ответы прекрасно играет Галина Габисова. Да, вот эта игра. Представляете, всего лишь прошло 10 минут. Что же нас ожидает в дальнейшем? Да, вот это напряжение, вот это матч. Вот давайте посмотрим Моногарова. Ну, казалось бы, все, снесли Моногарова, и тем не менее мяч закатывается в ворота. Оживились трибуны, не представляете, какая атмосфера. На три атаки Майя Петрова, и счет 10-10-3. Да, пропали сейчас астраханские гандболистки Майя Петрова, так выскочила она из засады практически. Ну, надо сказать, первые 5 минут Астрахань, конечно, пугала Ростов-Дон, но потом посыпалась команда. Вот, да, в ответ на мои критические слова, Диана Ильина забрасывает четвертый мяч, ну, конечно... А вот и Моногарова! Как она это делает? Конечно, Ростов-Дон не дает Астраханочке подкрасться поближе. 11-4 счет. Как она вот выжидает вот этот момент. Потом стремительно, как хищница, выскакивает. И все, мяч в воротах. Юлия Моногарова здорово, здорово играет сегодня. И не только Юлия Моногарова, вся команда Ростов-Дон. Ну вот Галина здесь, да, в очередном эпизоде Галина Габисова прекрасно играет, парирует. Бросок, и Бобровникова вертится, как юла, и опять передача на край, Борщенко в центр, да, все ожидали броска от Борщенко, но Борщенко переместила, но тем самым несколько снизили, да, темп атаки, все могут передохнуть, и замена происходит, Ростов-Дона, Ильина появляется на площадке, все верно. Занимает место в центре, и вот опять я наблюдаю за Моногаровой, смотри, как она спокойно двигается, вот она выжидает сейчас момент, момент ей нужен. И показывает на нее как раз Михаил Серегин, что вот надо держать ее. Стоп! А вот смотрите, вот это да! Кристина с левого фланга ушла от атаки. Снесла Кристину Тарасову и забросила мяч. 12-4, трехкратное преимущество Ростов-Дона. И опять в падении. Астраханочка. Надо что-то делать Михаилу Серегину, надо как-то встряхнуть команду. А я смотрю, была установка на 5 минут вообще не садится. Ну, он, в принципе, все время на ногах, да. Забрасывает мяч Астраханочка, сокращает основание, счет 12-5. Карина Ежикова. К слову, о капитане Астраханочки Карине Ежиковой. Это лучший бомбардир на сегодняшний день вообще в Кубке ЕГЭ в этом розыгрыше. У нее до начала этой встречи было 37 мячей на счету в 4 матчах. И вполне возможно, что упрочит свое лидерство Карина в качестве главного бомбардира Кубка ЕГЭ. Надеемся, что не в этом матче. Очень хочется надеяться. Ильина была в центре с мячом. Ай-яй-яй, сейчас мимо ворот, да. Но очень близко, 12-5. И очень быстро бегут вперед и астраханские гандболистки. Виктория Жилинская появляется на площадке у Астрахани. Ждем сюрпризов от Михаила Серегина. Явно он что-то задумал, ему срочно надо переломить ход борьбы. Ну, я думаю, как минимум тут задумка 7 метров качественно исполнить. Анна Вяхерева против Галины Габисовой. И мажет Анна Вяхерева. У Ростов-Дона
готовится выйти Регина Шимкута на площадку. Да, это очень знаменательный момент. Капитан Ростов-Дона Регина Шимкута, она появилась в заявке на этот матч, разминалась вместе что со всеми. Она появляется на площадке. Непонятно было, выйдет она или не выйдет. Ну вот, смотрите, вот. Встречает трибуна. Вот так трибуны встречают нашего капитана. Трибуна нужен гол, и я думаю, что гол именно от Регины Шимкута, да. Продолжает атаковать в меньшинстве, при том находясь, и тут же контратакует Астраханочка, его хотела сказать звезда, привычная связка некогда звенигородская, Анна Вякирева и Полина Кузнецова, старшая сестра, вот сейчас сработала за Астрахань, счет 12-6. По-прежнему впереди Ростов, у нас подходит первая половина первого тайма. Регина Шимкута была с мячом сейчас. Ай, какая ошибка! Виктория Борщенко буквально пытается вырвать. Но тут же контратакует и... Да! Как везет Ростов-Дону сегодня. Если уж и не в ворота, так в перекладине, но если не мимо, то Габисова отбивает. Да, не идет почему-то мяч. Саш, мы должны перекладину сыграть донором сегодня. Ну, возможно и так. Это Крестовина сыграла. Да, потрясающая мизансцена такая. Да, мы видим... Прыжок Анны Вякиревой, прыжок Галины Габисовой и разочарование бросавшей гандболистки от того, что мяч в ворота не угодил. Вот Моногарова в центр. Встречается Юлия Моногарова. Ильина на правом фланге. Шимкута в центре. Нет, не дают бросить Регине. Не дают. Прямо в кучу врывается практически Регина. И вылетает из этой кучи Юлия Моногарова. Вот давайте на повторе посмотрим. Толкали, конечно, здесь Юлю. Но все-таки она сумела сделать передачу Екатерине Ильиной. И забрасывает Регина Шимкута, капитан Ростов-Дона. Теперь уже она капитан. Я думаю, что Юлия Моногарова сложила полномочия, которые брала на себя на время отсутствия Регины на площадке. Саша, это первый мяч, да, у Регины? Да, первый вот после возвращения в строй. Да, и сразу в Еврокубке. До конца не было понятно, когда же Регина вернется, потому что еще на тренировках недавних она занималась с гипсом, тренировалась, да, и, в общем-то, лангет сняли ей буквально недавно. Саша, раз мы уже говорили о травмах, да, хочется сказать, что пока в лазарете у Ростов-Дона находится Анна Путько, и то же самое, у нее травма руки. Ну, а Марина Ярцева готовится стать мамой. Да, понятно, что тут уж не до гандбола, ну, а мы... Остаемся на площадке, продолжается атака Астраханочки, опять играет каркас ворот за Ростов-Дон. Галина Габисова сама Карина Ёжик руками, да, в этой ситуации. Мощный бросок был. Плеснула руками Габисова, ну как так? На площадке вновь появляется Екатерина Ильина и Анжела Булатович отправляется на скамейку запасных. В центре Шимкута на правом фланге. Вот Елена Сливинская в центре отыгрывает на Майю Петрову. И вот встречает Диана Ильина очень резко Екатерину Ильину. Да, вот две фамилии нашлись. Да, наша Екатерина Ильина. Ильина с мячом. Будет бросать Регина. Нет, передача на край. Моногарова. Поскользнулась, устояла на ногах, отыграла этот мяч, вернула партнерша. Передача на левый край. И попадает Борщенко. Броском от паркета, от пола. 14-й мяч Ростов-Дона забрасывает в этой встрече. 14-6. И половина первого тайма уже позади. Да, красивый мяч. Несмотря, что такая напряженная игра, ростовчанки стараются порадовать свою публику. Нет, не просто заброшенными мячами, а красивыми заброшенными мячами. Я считаю, что вот это искусство. Ох, перехватывает Виктория Борщенко и бежит вперед. Ростов-Дон и наша Шимкута мчится. Гуладович на Петрову и Петрова. Ну вот теперь перекладина играет и за Астраханочку. А засчитали мяч? Нет, я так не понял. Вот сейчас ворот. Посмотрим, повтор. Да, мяч приземлился за линией, да, и счет 15-6. Да, поиграли сейчас на нервах ростовчанки с этим мячом.
Астана сейчас колотит сколько может, но здесь дело не только в желании порадовать болельщиков. Все-таки не стоит забывать, что это Еврокубок. Здесь две встречи, одна дома, одна на выезде. Да, и сейчас Ростов-Дон принимающая сторона, и поэтому нужно иметь максимально комфортный задел в счете перед ответной игрой в Астрахани, которая состоится через неделю. Вот встают первички уже у Астраханочек. Вот посмотрите, прекрасно было видно, как неточные передачи ошибаются. Это на руку ростовской команде. Да, Саш, я абсолютно согласен. Нужно такой приличный задел сделать, чтобы комфортнее было играть на поле в Астрахани. И опять Галина Габисова не дает мячу. Или все-таки... Пьяная Ирина, да, наносила? Пьяная Ирина бросала, да, в этом эпизоде. Увлеклись мы рассуждениями о предстоящей ответной встрече. Да, извините нас, уважаемые телезрители. У нас сегодня первая встреча четвертьфинала. Будем надеяться, что Ростов сохранит свое преимущество, но даже пускай удвоит свое преимущество в этом матче с Траханочкой. Ай, как обманно! И вот что творит капитан. Да, вот это Лина. Как она обманула сейчас, как подкинула. Да, и контратаки очень жестко встречают. Очень жестко встречают. Кажется, это была Тарасова, да, и против нее Борщенко нарушала правила. 2 минуты она получила, отправилась отдыхать. Ну что ж, 7 метров, вероятно, Анна Вякирева выйдет бросать. Это даже не по баскетбольному. Нет, мы увидим другой эпизод, да, вот сейчас Ёжикова с мячом играет на Вякиреву. Вот даешь, что получается, хватается за лицо Анна Вякера, видимо, получила вот это удар в каком-то из эпизодов. Да, быстрая игра пошла, немного прибавляем скорости сейчас. Астраханочка коварно и хитро. Полина Кузнецова очень хитро сыграла, не смогла Галина Габисова. Поделать. Виктория Жилинская это давай удобную, выгодную передачу. И Полина Кузнецова не оставила шансов Галине Габисовой. Екатерина Артамонова появилась на площадке Ростов-Дона. Манагарова на привычном правом фланге. Затаилась опять. Прорывается вперед Екатерина. Непреодолимый барьер такой был создан. Вот два человека ее встречали. Живинская и Ёжикова. Да, и вот сейчас Ёжикова получает желтую карточку. Саш, смотри, по обилии желтых карточек. Очень много, да. И двухминутных удалений немало, и семиметровых. Но семиметровые мы в основном видим ворота Астраханочки сейчас, да, и дуэль Ильиной и... Крусовой. Ну, заканчивается в пользу Ильиной. Ну, в данном случае Эвелина Аношкина в воротах, но не удалось отразить бросок Екатерины Ильиной. 17-7. 21-я минута. 17-7. Ростов-Дон впереди. Это первый матч четвертьфинала Кубка ЕГФ. Ростов-Дон принимает на своем поле Астраханочку. Естественно, из Астрахани. Пытаются астраханские гандболистки что-то придумать, что-то изобрести у ворот ростовской команды. Но пока все тщетны. Вот сейчас Михаил Сырин называет себе Ирину Снопову. Объясняет, что так импульсивно ей. Очередной сибирик в ворота Ростов-Дона. Точен капитан Астраханочки Карина Ёжикова. Увеличивает счет своей команды до 8 заброшенных мячей. Как раз мы видели сейчас разочарование Галины Габисовой. Ну, конечно, они все же отбивать до штангом перекладинам работать за Ростов-Дон. Ну, я все-таки надеялся, знаешь, все равно оптимист надеялся, а перекладин сейчас играет за Ростов. Ильина в центре Артамонова. Атакуют хозяйки снова. Ильина с мячом поменялись местами. Екатерина, Ильина и Артамонова потеряли мяч. Вот едва не попали в девочек, которые тут обслуживают эту игру и следят за состоянием паркета. Да. Ну, конечно, они же тренированные. Это юные гандболистки, подрастающее поколение Ростов-Дона. Так, знаешь, так комфортно. Точно сразу раз передачу отдали. Астраханочка пытается в очередной раз форсировать ворота Ростов-Дона. Ёжикова по традиции. Кузнецова, Ёжикова, Вякирева,
те же фамилии Тарасова, и вот сейчас Вяхерева снова на Ежикову, и что, Жилинская-то появилась на площадке, да, получила мяч сейчас Анна, о, Яна, прошу прощения. А вот Ирина Снопова носила бросок на воротам, все-таки Михаил Серегин, наверное, недоходчиво ей объяснил, как бросать, потому что буквально минут назад он подзывал к себе Ирину и пытался что-то ей объяснить так, жестикулируя. Атака Ростов-Дона. Ильина, Артамонова. Ну давайте, девчонки, придумайте что-нибудь, изобретите, покажите. Не получается. Пока Майя Петрова. Ильина. Артамонова пытается... Вот и да, и оказывается Майя Петрова, да. Наигранная комбинация, да, уже не в первый раз мы наблюдаем такую комбинацию, и заброшенный мяч. Вот видим, что за этой игрой внимательно следят и гости VIP-ложи, генеральный директор клуба и заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону. А тем временем Астраханочка принимает очередную попытку взять штурмом ворота Ростов-Дона. Готовится Карина Сисенова выйти на площадку у Астраханочки. Вероятно, после этой атаки, которая завершается или нет заброшенным мячом? Я вот по всей видимости... Выскочил мяч из ворот. Нет заброшенного мяча. Шипунка а вот здесь есть, а вот здесь есть, да. Крученый, да с отскоком, да от штанги. Регина Шипута, браво, браво. И тут же бежит вперед Астрахань. Понятно, что... Останавливаться некогда и нет времени на то, чтобы приходить в себя. Нужно бежать вперед и сокращать отставание, чтобы потом благополучно играть дома. Тайм-аут берет Михаил Серегин. Второй раз в этом тайме. Попытаемся услышать, что же наставники говорят своим командам. Голос или он охрип сегодня? Но надо сказать, что мы с Михаилом общались перед этой встречей, довольно короткая беседа, пытались договориться о том, чтобы для нашей же трансляции получить предматчевое интервью наставников. Михаил Серегин отказался, ну, может быть, не зря, судя по счету на табло, да, 19-8 в пользу Ростов-Дона, но голос у него был довольно ровный и не такой сорванный, как сейчас. Все-таки сорвал он голос. Я не представляю, что ожидает Михаила Серегина во втором тайме. Я не представляю, что ожидает нас во втором тайме. Поскольку такой настолько интересный первый тайм. Знаете, говорит, название говорит само за себя. 1/4 кубка ЕГФ. Ильина Шимпута. Ну что ж, что творит эта команда сегодня? Ильина, Шимпута. Края и разыгрывающие полусредние все. Хороший темп взяли ростовчанки с первых минут. Счет вы видите на своих экранах. 20-8. Это даже не вдвое больше. Почти втрое уже. До окончания первого тайма остается, ну, 5 минут, можно сказать. Что ж, Ростову надо продолжать. Анна Вякерева выпрыгивает и буквально врезается в Галину Габисову. Но получает очередное двухминутное удаление. Виктория Борщенко уже сидела на скамейке за неправомерные действия на площадке. Вот сейчас снова она отправляется отдыхать. Шлифовать скамейку штрафников. Ну что ж, есть время отдохнуть, подумать, поразмыслить и вновь вернуться в обойму и продолжать атаковать, продолжать разрушать оборону Астраханочки. Не торопятся ростовчанки, но вот так-то нельзя разбазаривать свои моменты, девчонки. Ну как же так, Галина Габисова еле успевает вернуться в рамку. Не ожидал никто, что будет такая потеря. Знаете, такой курьезный момент получился. Вот там показывают. Видим, как Грегина затолкала Кристину Тарасову. Уложила ее практически.
тем временем за кадром осталась вот атака, да, и очередной раз Галина Габисова сыграла блестяще. Опять плюс. Артамонова. Тайм-аут берет команда Ростов-Дон. По всей видимости, уже Ян Лесли недоволен. Интересно, что будет говорить Ян Лесли своей команде, учитывая, что счет 28 в пользу Ростов-Дона. Остается не так много времени до перерыва. Послушаем. Саш, насколько я силен в английском, но я ни слова не понял, что пытался объяснить Ян Лесли своей команде. На самом деле, да, я тоже тут не помогу, поскольку довольно шумно в зале, да, и шоу-программа, которая сопровождает тайм-аут, развлекает зрителя, она не всегда дает слышать хорошо, что же говорит наставник. Ну, зато это понравилось шоу-программу девочкам, которые обслужат матч, так они находятся рядом с нами, так пританцовывали девчонки. Ну, что, я думаю, что хорошее настроение у всех в первом тайме. Есть чему радоваться. Но главное сейчас ростовчанкам не расслабляться, держать тот темп. Да, и темп держит, сейчас Шимкута с мячом, Ильина уходит на край. А вот так вот ставьте Манагарова. Да, поменялись с Манагаровой местами. Если и честно, все удалось, да, Екатерина забросила с правого края мяч. Показалось, что мяч все-таки не залетит в ворота, потому что так он закрутился, отскочил от рук голкипера. Но, по всей видимости, был мощный бросок у Екатерины Ильиной. Тем временем Астраханочка вновь изобретает у наших ворот что-то. И здесь Галина Габисова вновь прекрасно играет на последнем рубеже. Ирина Снопова. Сейчас будет 7 метров, и вновь бросать будет капитан Астраханочки Карина Ежикова. Против нее Галина Габисова. Смотрим дуэль. И блестяще. Вот это да! Но, пожалуй, все получается у Ростов-Дона сегодня. Не хотелось бы сглазить, да, но очень уверенно команда действует. И как раз там сразу показали, да, расстроенность Михаила Серёгина. Да, в том числе, ну посмотри, как блестяще Галина, да? Да, Галина Габисова. А мы разделяем радость Гарри. И тут же... Что-то не получилось у Ростова. Прорывалась к воротам Регина Шимкута. Так, небольшая пауза. И продолжается атака Ростов-Дона. Ильина в центре. Панагарова выскакивает из засады. Артамонова не получается у Юли. Раскусили ее здесь соперники. Екатерина Артамонова не сумела принять мяч как следует, да, и потеряли его, и вперед бежит теперь уже Астраханочка, Ежикова и Вяхерева. Да, и вот здесь ошибались вот здесь, Астраханочка, да. Обменялись ошибками команды. Да, но, наверное, нервы все-таки, мне кажется, есть такой мандраж, да, у обеих команд, ответственный матч. А пусть и первый. Но здесь, да, ощущение, что Астрахань, конечно, поплыла. Это как в боксе, когда один из соперников пропускает много ударов, да, и потом, соответственно, теряет контроль над ситуацией. Мне кажется, что у Астрахани сейчас примерно то же положение. Ну вот и у Юли Манагаровой сейчас не получился сольный проход. А здесь было нарушение, да, если на повторе посмотрим сейчас. Да, конечно же, грубо так встретили, негостеприимно встретили Юлю Манагарову. Вот опять она рвется, ну, за майку цепляет, ну, конечно, понятно, возмущение Юлии Манагаровой, ну, как так, ну, нельзя так играть. Юлия рвется вперед, с непривычной для себя позиции, поменялись опять они местами. Ну, на этот раз с Екатериной Артамоновой, в прошлый раз там с Ильиной менялись. Но сейчас Манагарова играла полусреднего, с Артамонова вторая, а в итоге, да. Манагарова? А в итоге забросила Шимкуты, да, запутали все. Я тоже думал, Манагарова. Нет, бросала Регина, да. Так, отвлекся, ошибается Астрахань. Регина сразу как... А, это была, да, Анжела Булатович была, как хищник набрасывает сразу на добычу. Ежикова в центре.
руководит атакующими действиями партнеров, но пока не получается приблизиться к 7-метровой зоне. Вот есть прекрасный момент для броска Ёжикова. И с какого острого угла, да, сумела Полина бросить, и бросить точно, и мяч оказался в воротах. А у нас последние минуты первого тайма. А комфортное преимущество Ростова. 22-9. И в атаке Ростов-Дон, я думаю, что это последняя атака в этом тайме. И вот как раз... И здесь справляется с броском Ильиной. Да, да, да. Хотел сказать, Трусова. Да, гол нет. Знаешь, говорить о комфортном преимуществе 13 мячей, это более чем комфортно. И ожидать, что... такой задел в счете будет у хозяек после первого тайма, я думаю, что не мог никто. А я думаю, что никто не ждал. Нас все 7-метровые ожидают сейчас. Ну что, 23 будет, Саш? Ну, как видишь, даже не остается сил радоваться заброшенному мячу за Ростов-Дон, да, потому что ну, столько уже мы их увидели в первом тайме. Да, понятно, что их много не бывает, но Ростов-Дон, конечно, блестяще провел первую половину встречи. Астрахань явно была не готова к такому штурму своих ворот. 29. Счет после 30 минут. Да, от «Ананас» у нас от компании «Мельника». Давайте вот этот крупный план возьмем. Вот чемпион мужчина, придумал. Мы продолжаем, дорогие друзья, у нас остаются считанные, наверное, уже секунды до начала второго тайма четвертьфинального матча Кубка ЕГФ, в котором гандбольный Ростов-Дон принимает Астраханочку, город Астрахань. Счет, знаете, такой, внушает оптимизм ростовским болельщикам. Да, давай, давай потяни. Если кто не смотрел первый тайм, я думаю, что ну, невозможно будет угадать, что в матче Ростов-Дона и Астрахани в Кубке ЕГФ после первого тайма. После первого тайма счет 23-9 в пользу Ростов-Дона. Подавляющее преимущество хозяев площадки. Непонятно, что случилось с Астраханью в первом тайме. Посмотрим, как будет играть Астраханочка во втором. Мы очень надеемся, что команда прибавит. Хочется увидеть красочный, яркий, интересный гандбол. Ну что ж, начался второй тайм. Вперед идет Астраханочка. Нет, Саша, смотри, мы все-таки в первом тайме наблюдали этот красочный гандбол, интереснейший. Да. Первые минуты были напряженные, непонятные, кто будет владеть преимуществом, да, такие, что называется, качели в спорте, да, и в счете. Но потом Ростов-Дон явно доминировал на площадке, как вот в этом эпизоде, да, тоже не дают бросать Астраханочки как следует. Ильина пыталась поразить ворота, не дали ей, заблокировали бросок. И вот сейчас Ростов-Дон разыгрывает, Булатович... Сломали, извиняюсь за выражение, да, не сломали, свалили Анжелу Булатович. Сразу два игрока тут повисли на ней. Ну, в общем, конечно, преимущественно повисла Карина Ёжикова, капитан Астраханочки, лидер команды, лидер списка бомбардиров этого розыгрыша Кубка ЕГФ. Три мяча в этой встрече она забросила, треть общего результата своей команды сумела заработать. Но вперед идет Ростов-Дон, Екатерина Ильина на Бобровникову. А вот не удается Владике сбросить, не удается ей, к сожалению. Такое небольшое затишье перед бурей, я думаю. Сейчас что-то будет, сейчас кто-то... Ну, мне кажется, буря уже была, она пронеслась по площадке в первом тайме. Посмотрим, как будут развиваться события игровые сейчас. И Астраханочка стремительно бежит вперед. Ёжикова пытается отыграть Вяхиревой на правый край. Не дали ей сделать передачу. Живенскайт с Ёжиковой разыгрывают. Саш, вот по твоей памяти, вот, были такие матчи, когда такое преимущество можно было растерять? Бывали? Когда такое преимущество было у одной из команд, примеров достаточно много. Когда такое преимущество хозяйки теряли, даже несмотря на то, что сейчас забрасывает Астраханочка мяч, Яна Жилинская это сделала, я не припомню. Ну что ж, будем надеяться, что сегодня Ростов-Дон не растеряет все свое преимущество, потому что, вот, судя по двум минутам, которые сыграли, как-то Ростов вышел, ну, наверное, расслабленными, что ли, вышли они. Ну, обеим командам, и Ростов-Дон, и Астрахани, стоит думать и о предстоящей игре, об ответной встрече, которая пройдет через неделю. Все-таки это кубковое противостояние, состоящее из двух матчей, и пока что еще ничего не решено. Даже несмотря на то, что преимущество Ростова-Дона сейчас составляет 14 мячей.
Да, все впереди. Я еще раз повторю, все самое интересное нас ждет во втором тайме. Наращивает темп Астрахань. Что-то пытается придумать. Вот сейчас пытались на три атаки на передний край, скажем так, да, атакующий дать на Яну Живинскайте. Но тут же контратакует Астрахань. Появилась Елена Абдекова. В первом тайме она отдыхала и во время перерыва накопила силы. И, видимо, что злая, голодная до игры появилась на площадке и забросила мяч 25-10. Я думаю, да, очень голодный, судя по этому мячу, как она красиво ушла от опеки. И спокойно так положила мяч в сетку ворот соперника. Ну что ж, Астрахань, давайте посмотрим, что вы сейчас можете придумать. Постараться, попробовать. Давайте закрутите интригу. Астраханочки, закрутите. Создайте, делайте, что хотите. Сейчас решилась на бросок Людмила Выдрина. И тут же контратака. И забрасывает Юлия очередной свой мяч. Уже сбились мы со счету. Сколько у нее? Палец вверх Юлия Моногарова. Да, парашютиком. Переиграла. Мастерски. Здорово сыграла Юлия Моногарова. Чувствует, когда надо выскочить. Можно перевести дух, так сказать. Ну что, попыталась было Астрахань навязать свою игру. Открыли счет во втором тайме и тут же получили три мяча в ответ. Да. Я думаю, что накал этого матча, так сказать, знаете, тот накал, который был в первом тайме, он и продолжится во втором. Я думаю, можно вспомнить эмоциональный фон, с которым команды подошли к этой встрече. Ростов-Дон не так давно выиграл Кубок России здесь, на этой площадке. После этого обыграл Ижевский университет и ушел, скажем так, на основной этап в качестве лидера. Уже точно Ростов-Дон занимает первую строчку в таблице после предварительного этапа. У Астрахани дела чуть хуже. В матче с «Динамо» не так давно они уступили на выезде. И, в общем-то, конечно, я думаю, что не лучшим образом это сказалось на настроении команды. Сейчас Карина Ежикова получает удар в лицо. По всей видимости, от Елены Сливинской. Да, и 2 минуты, да, судья показывает? Да, за грубость получает 2-минутное удаление за такой действительно жесткий, грубый эпизод. Ну, в защиту Лены можно сказать, что это все-таки игра, это вот неумышленно было. Если вернуться было к поражению Астрахани в предыдущей встрече, много говорили о том, что у команды Михаила Серегина не было игрового опыта за последние 2 недели. Команда отдыхала, пока остальные играли в Кубке России. В том числе и «Динамо» отдыхал. Но «Динамо» эта пауза, вероятно, пошла на пользу. Как мы видим по результату, игра Астрахани разладилась. Да, и возникает вопрос, а стоило ли отказываться от участия в финале четырех и отдавать Ростов-Дону путевку в финал четырех без боя, да, и потом, соответственно, иметь дефицит игрового опыта. Саша, мы говорили, что Ростов уступил Астрахани, да? Да. Если вспомнить, как команды играли, вот сейчас очередной заброшенный мяч, мы их уже просто констатируем как факт, да, очередной заброшенный мяч Ростов-Дона, 27-10. Так вот, да, в этом сезоне действительно команды встречались на предварительном этапе дважды, как и положено. Здесь Ростов-Дон Астрахань обыграл, это было как раз на старте чемпионата, а потом уже в Астрахани хозяйки паркета были сильнее, и, в общем, это одна из тех двух команд, которые Ростов-Дон в этом сезоне обыгрывали. Астраханочка и итальянская «Лада». То есть Астрахань знает и умеет, как обыгрывать Ростов. Ну, такое ощущение, что тогда это была какая-то другая Астраханочка, не та, которая сейчас. Хотя, ну, прекрасно действует в этом эпизоде. Карина Ежикова, капитан команды, бросает за 9 метров и очень высоко выпрыгивает. Мощно, Карина. Точно, да. Это как раз, в общем, делает то, о чем Михаил Серегин говорил своей команде еще в середине первого тайма. Дальние броски, побольше не бойтесь бить издалека. Ну вот сейчас стараются астраханские гандболисты бить издалека, бросать издалека. У ростовчанок, мне кажется, валится из рук. Теряют мяч в атаке, возвращаются назад. Не получилась атака сейчас у ростовчанок. Ну что ж, надо грамотно провести оборону тогда. Постараться, не давать бросать по воротам. Ну, прорывается.
яростно бросается вперед Ежикова. Удается сделать передачу на Кузнецову. И та, в общем, тоже не намерена сдаваться без боя, несмотря на подавляющее преимущество в счете, да, в цифрах на табло. Астрахань не сдается. Астрахань бьется и пытается отыгрывать хоть какие-то мячи, которые может. Да, и это очень похвально, очень здорово за этим наблюдать. Саш, ну я думаю, что это стоило было ожидать это все. Что Астрахань просто так без боя сейчас не сдастся. Несмотря на то, что провалили первый тайм, я могу смело сказать, да, что провалили астраханочки первый тайм. Но вот сейчас они делают все возможное, чтобы склонить его сейчас в свою пользу. Что творит Владлена Бобровникова? Да, бросает издали, бросает точно. Забегала астраханочка совсем по-другому, прорывается вперед Ильгина, кульбит делает буквально сразу после заброшенного мяча, абсолютно не праздная, да, победу в этом микроэпизоде, так непроизвольно происходит, очень динамичный эпизод. Но красиво здесь сыграла она, очень красиво. И тайм-аут берет Ян Лесли, да, недоволен Ян Лесли своими игроками в первые минуты второго тайма, я думаю, что ему есть что сказать своим подопечным. Давайте послушаем, если получится. Смотрим, как Ростов-Дон забрасывал свои мячи. Вот мне кажется, Ян Лесли во многом перфекционист, да, и не может быть доволен на 100% своей команды, несмотря на то, что все складывается благополучно для Ростов-Дона в этой встрече. Но постепенно теряет свое преимущество. Да, если пофантазировать о том, как будет дальше развиваться кубковая судьба каждой из команд, можно, в общем, заглянуть вперед и подумать, с кем будет играть победитель этой пары в полуфинале Кубка ЕГФ. Так вот, в другой четвертьфинальной паре сражаются и Сепари, и Фольстебро, датский клуб, против французского. И вот как раз датчанки, это та команда, которая на предыдущем этапе Кубка ЕГФ выбила Ладу из розыгрыша этого трофея. Так что, возможно, еще одна российская команда встретится с датской. Вот забрасывает мяч. После наших долгих разговоров, Владлена Бобровникова. Хочу смотреть, Саша, вот как ты считаешь, это плюс или минус, что ростовчанки попали на Астрахань? Ну, судя по тому, что мы видим на площадке, это плюс для Ростов-Дона и минус для Астрахани, да? Хотя, конечно же, я думаю, что многим российским болельщикам хотелось бы, и многие питали надежду, увидеть эти команды повыше, в сетке этого турнира, возможно, даже и в финале. Это было гораздо более интересно и захватывающе. Хотя, ну и то, что мы видим сейчас, это очень, очень потрясает сильно воображение, да, и впечатление производит очень серьезно. Да, иногда я просто теряю слова, потому что настолько активные действия ростовчанок, они вроде такое, знаете, делают такое затишье небольшое, а потом выстреливают, резко так выстреливают и опять уходят в затишье. Вот сейчас заставляют ошибаться соперницы ростовчанки. Но эта ситуация, она же коварна для Ростов-Дона, да, и команде может грозить головокружение от успехов. Выигран кубок, выигран предварительный этап, отлично идут дела в этом матче, на этом этапе Кубка ЕГФ, но главное не терять голову команде Яна Лесли, да, и, в общем, сохранять такое прагматичное отношение к игре. И стараться вот такие грубые ошибки нас в атаке не совершать, потому что это чревато может быть. Свалили Карину Ежикову. Так стремительно она прорывалась к воротам ростовчанок, но свалили на подступах к 7-метровой. Ростовские гандболистки. Не дали забросить мяч в ворота. Так, извините, я задумался немного. Я думал, что же было бы, если бы не свалили. Не унывают болельщики астраханочки. Мы видим, они продолжают поддерживать свою команду и гонят ее вперед, что
в общем-то, верно. Нечего вешать нос, расстраиваться раньше времени. Еще есть минуты в этом матче, есть 60 минут следующей игры. И для Астрахани еще ничего не потеряно. Я прекрасно вот сейчас, Саш, слышу с левой стороны, у меня барабан астраханских болельщиков. Знаете, такие выстрелы. Да, вот, пожалуйста, выстрелы оказались точные. Да, точные выстрелы. Ежикова забрасывает 14-й мяч, 29-14. Ушла она здесь от опеки Влады Бобровниковой. И все получилось у Карины в этом эпизоде. Но вот сейчас не получается у Екатерины Ильиной, не может она пройти защиту астраханочки. Ну что ж, может сейчас получится? Нет, не получается, к сожалению. Вижу я недовольство Яна Лесли. Ну, Ян Лесли недоволен тем, что не удалось забросить, но я думаю, его не расстроит замена в виде 7-метрового броска. Вероятно, Ильина будет сражаться с вратарем астраханочки. Так и есть. Очередное 7-метровое, очередное точно. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что Ильина сегодня 7 метров исполняет без промаха. 100% результат. Пока ни разу не ошиблась Екатерина Ильина. Продолжай в том же духе. Мы верим в тебя. Еще раз напомним, сегодня у Екатерины Ильиной день рождения. Вот такой подарок она сама себе приготовила. Да, и какой подарок со знаком минус делают себе сестры Желенскайте, у которых был день рождения вчера. Да. Я думаю, что сегодня и команда должна преподнести Екатерине подарок в виде победы. Пока Астрахань уступает. Счет 30-14 в пользу Ростов-Дона. Но Астрахань не теряет надежды. Волжские гандболистки рвутся вперед, пытаются что-то предпринять, пытаются что-то придумать на половине поля соперника. И вот до броска-то дело не доходит. Прекрасно. Да, делали передачу в обороне на Валентину Гончарову. Не прошла эта комбинация. И Ростов-Дон убегает вперед. И вот здесь... А мне показалось, что было нарушение. Регина Шимкута появилась на площадке. Напомню, что это первый матч ее после травмы. Так неплохо. Непростой вкатилось. Сезон у Регины. Да, она пропустила все начало чемпионата. И только в декабре появилась на площадке, отыграла полтора месяца и получила очередную травму. Вот здесь было нарушение правил со стороны ростовской команды. Да, Елена Авдекова, Влада Бобровникова помогла, так на пару сработали в защите ростовской гандболистки. Даже вот так вот прорываются к воротам. Протащила, да. Ну и тут уже, наверное, в этом случае правильно будет сказать, что Ирина Ежикова протащила на себе Регину Шимкута. Повисла на Регине Карина. И опять у нас небольшая пауза. Саш, ну 13 минут с небольшим истекли. Что можно сказать? Равная игра, есть чье-то преимущество. Но мы видим, да, что Ростов-Дон за эти 13 минут забросил 7 мячей, Астрахань забросила 5 мячей. По-прежнему, пусть и с меньшим преимуществом в заброшенных мячах, но ситуация владеет, да, и контролирует Ростов-Дон. Знаешь, мне кажется, тут не выполняют установку Михаила Серегина. Астрахань просил побольше дальних бросков. Пару было дальних бросков. Вот сейчас прерывает передачу Ильиной на Вятереву Елены Авдековой. Да, тоже могла быть серьезная атака. Вовремя сыграла в обороне Елена. И не дальний точно, бросок не очередной Ежиковой. Да, и вот сейчас, конечно, ну, заметно выше ворот пролетел мяч. В молоко, как говорится. Галина Габисова пытается подбадривать своих партнеров. Пытается подбадривать, подгонять. Но не торопится, опять же, в атаке ростовчанки. Что ж, комфортное преимущество. Главное его не растерять, еще раз повторюсь. Стараются. Бобровникова. Вот так вот ее валят. Да, в стиле рестлеров. Сейчас сработала Валентина Гончарова. Не дав Владе Бобровниковой нанести бросок по воротам своей команды. Продолжается атака Ростов-Дона. Вятерев, ой, простите. Так. Ильина в центре. Да, чуть-чуть было, не ошиблась. Предыдущий бросок потряс каркас ворот. Да? Не засчитан мяч. Нам подсказывают коллеги, да, что мяч засчитан не был. Счет прежний 30-14. Накаляются страсти на площадке.
побыстрее стали двигаться. Вот этот мяч уж точно будет засчитан. Да, да, да. Ольга Горшенина забрасывает мяч. Ольга Горшенина первый выход после травмы. Тоже, как и Регина Шерпута, Ольга Горшенина побывала в лазарете только на астраханской команды. Ну что ж, с дебютом, Ольга. Атака, атака Ростов-Дона. Бобров бросает дальний бросок, да, не точно. Уж эстетски она действовала, но может Ростов-Дон себе позволить разные гандбольные школы. Не может сейчас разбазаривать такие моменты. Надо забивать, надо наращивать преимущество. Не согласен я с такой формулировкой. А вот здесь прекрасно действует Галина Габисова. Да, Галина Габисова прекрасно сыграла в этом эпизоде. И начинает Галя Габисова атаку своей команды. Бобровникова с мячом, пас направо. Шимпута. Ильина на привычном месте в центре. Задумали что-то ростовские гандболисты. Да, и замер счет на цифрах 30-15. Двойное преимущество. Продолжает атаковать, пытаться пробиться к воротам астраханочки. Ну, астраханник как может сдерживает этот натиск. Анна Вяхерева сейчас остановила Екатерину Лино, но это не мешает нашей Кате прицельно бить по воротам астраханской команды. Из любых позиций пытается Екатерина нанести бросок по воротам Астрахани. Вот сейчас Шимпута демонстрирует мастер-класс, как надо забивать в экстремальных ситуациях. Прекрасно сыграл 23-й номер Ростов-Дона в этом эпизоде. Здорово, здорово. Эпизоде, простите. Есть время даже прическу поправить у Юлии Моногаровой в этом матче. Все успевает. Да, конечно, что ж. Есть такая, если есть такая сейчас, возможность. Да, очень жестко красивой. Встретили Полину Кузнецову. Как раз Регина Шимпута с ней в этом эпизоде разбиралась, соперничала. Елена Сливинская там была, да, но нам, мы видим, что судья на 2 минуты удаляет Сливинскую, и сейчас это не первое удаление у Сливинской в этом матче. Да, и сейчас мы видим, что и команда, и врач пытаются помочь Кузнецовой. Вот сестра младшая Анна Вяхерева как может поддерживает Полину в этой ситуации. Но мне кажется, здесь был такой чисто игровой момент, это, опять же повторюсь, неумышленно. А это Михаил Серегин. Тяжело дышит, видно, да? Не слышно, конечно, его дыхание, но видно, на лбу. Как двигается грудная клетка. Тяжелый матч для его команды, тяжелое испытание для Михаила Серегина. Нужно думать, как действовать дальше в этой ситуации. Тяжело и непросто его команде. Ну, я думаю, сейчас они что-то предпримут. Ну, все, восстановилась силы Полина Кузнецова. Опять небольшая пауза и возобновляется игра. Ильина. Такая серия перепасовок, уже Шимпута смещается в центр. Не доходит дело до броска. Увы и ах, разочарование ростовских поклонников. И вот сейчас прорываются уже астраханки, ой, простите, астраханочки, к воротам ростовской команды. Нет, нет, не получается. У них попадают в блок. Галина Габисова провела этот матч без замены. Вот хочу отметить, да, что варьирует иногда состав, да, скажем, ох, как мы видим эпизод очень интересный, да, и получается, что своего же игрока угодили мячом. И вот здесь такой тоже мощный эпизод с участием Регины Шимпута. Прорывалась она так и зацепила ее. За шею так обняла. Получает двухминутное удаление за свои действия в этом эпизоде. Заслуженное удаление, я бы сказал. И вновь есть преимущество, численное преимущество у ростовской команды. Пока его нет, команды играют 5 на 5. Еще 15 секунд играть 5 на 5. И дальше уже на площадке появится Елена Сливинская, а тем временем Борщенко.
Возвращается, меняет Авдекову. И вновь не получилось. Вот сейчас Булатович и Сливинская выходят на площадку в компанию к Борщенко, Бобровниковой, Манагаровой, Шимкута и Гависовой. Ну давайте посмотрим, что же предпримут здесь сейчас. Кузнецова рвется вперед втроем против нее. Сливинская, Борщенко и Булатович. Собрала. По всей видимости, сейчас тайм-аут. Собрала она их вокруг себя. Будет у Ростов-Дона. Ян Лесли готовится. Некоторое время назад он держал. Ян Лесли держал в руках зеленую карточку, но потом в негодовании бросил ее на скамейку. Шимкута с мячом. Пас направо. Манагарова. Уходят Бобровникова и Булатович. Появляются Ильина и Петрова. Ирина Гора с мячом сейчас. И опять что-то задумали, что-то замышляют ростовчанки. 31-16, 20-я минута, напомню. Ирина играет на край, Борщенко принимает мяч, думает, куда же дальше сыграть. Да, снова Екатерина с мячом, Ильина Шимкута. Закрыто, закрыто. Бросает сама Ильина, и вот здесь мне показалось, что вратарь все-таки сыграл. Да, если будет повтор, давайте посмотрим на повтор. Пятнулась до мяча Анастасия Рябцева. А вот уже быстрый контратака. Они вот здесь уже Галина Габисова не в силах помочь своей команде. Карина Ежикова забрасывает свой очередной мяч, седьмой в этой встрече. 7 из 17 на счету капитана Астрафаночки. В полном составе обе команды. Закончилось удаление Яны Жилинскайте. Вперед идет Ростов-Дон, Ильина, Шимкута, Шимкута, Ильина. Вот сейчас снова на бросок выходила Регина. Регина здесь, пытаясь нанести бросок, но не дали в очередной раз. Так, повязали по рукам и ногам. Да, сразу два игрока так, в коробочку взяли Регину Шимкута. Не получилось. Ну, во время паузы мы видим, Виктория Жилинскайте появилась на площадке. А это нам показывает Кристина Тарасова. Зашумели астраханские болельщики, вновь забарабанили. Отгоняют свою команду вперед. И опять Ильина. И так здорово. Сметнулась сетка в воротах Анастасии Рябцевой. И как довольна Екатерина Ильинка тем, что удается забрасывать раз за разом девятый мяч ее. Прекрасно, здорово сегодня играет Екатерина Ильина. Будем надеяться, что и продолжит в том же как духе. Как здорово, да, выглядит вот это движение. Игрок движется вправо, мяч летит влево. Да. Движение такое хитрое. А вот здесь уже рвется к воротам Полина Кузнецова у Астрахани. И пока безуспешно. Вяхерева с острого угла. Браво, Галина Габисова. Браво, браво. Прекрасно отыгралась, сократив угол обстрела. 47% отраженных бросков было у нее после первого тайма. Посмотрим, какая будет статистика по итогам всей игры. Но и во втором тайме Галина действует неплохо. Пока что получается 8 мячей она пропустила за 22 минуты второго тайма. Недовольна Яна Жилинская. Это не получился у нее бросок. И 7 метров? Да, 7 метров. Да, Карина Ежикова идет к мячу. Галина Габисова остается в воротах. Без замены играет, напомним, Галина Габисова. С первых минут на площадке сегодня Галя у Ростова. Вот, к сожалению, не удалось здесь ей сохранить в этом эпизоде свои ворота на замке. Карина Ежикова безупречно исполняет 7-метровый. 32-18. 23-я минута подходит к концу. Весомые преимущества Ростов-Дона. И продолжают прессинг ростовчанки. Не получается бросок сейчас у Регины Шимкута, к сожалению. Все вроде бы правильно сделала, но, к сожалению, не получилось. И вот уже Вяхерева врывется к воротам. Сбивают Анну Вяхереву. И красная карточка, по всей видимости, сейчас будет показана. Да, арбитр показывает, что стоит появиться на площадке врачу, оказать помощь. Сегодня самые грубые у нас Елена Сливинская. Сливинская сегодня, да, соперниц не прощает. Мы видим, что сначала
Полина Кузнецова оказалась на паркете, лежала, пока не оказали ей помощи. Теперь Анна Вякирева. Но все, Сливинская этот матч отыграла. Она отправляется на скамейку к болельщикам. И практически рядом с нами. До конца игры, буквально в 2 метрах от нас, даже меньше, наверное, да, располагается Елена Сливинская и продолжит наблюдать за этой игрой в качестве зрителя. Да, 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 к сожалению, потеряли мы игрока, но остается уже не так много времени. Хорошее, весомое преимущество у Ростов-Дона. Посмотрим, что же будет дальше. Что Галина Габисова спасает в очередной раз свою команду. Браво, Галя, и вновь срывает аплодисменты зала Галина Габисова. Да, сама себе поаплодировала, и партнеры ей поаплодировали в ответ. Или, может быть, наоборот, кому как удобнее. Ростов-Дон в атаке. А вот здесь уже фолят на игроки Ростова. И фолит Валентина Гончарова против нашей миниатюрной Юлии Моногаровой. 24 минуты второго тайма уже практически позади. Ну что, я думаю, будем справедливы, если заметим, что ох, как сейчас. Да, вот это сейчас, да, конечно, по хоккейному я бы сказал. Обошлась Валентина Гончарова с, кажется, Владленой Бобровниковой, да? Или нет, нет, с Юлией Моногаровой. Да, Юлия Моногарова очередной раз получает кумаки. Не дают ей развернуться. И 2 минуты получает игрок команды Астраханочка. Картина игры во втором тайме, да, и хотел сказать, принципиально не поменялась, как владел Ростов-Дон преимуществом в счете в игровых взаимодействиях. Так, в общем-то, и продолжает владеть, и доводит матч, вероятно, уже до победы, подтверждают мои слова. И красиво доводит матч, очередной раз, да, и вновь те самые 15+, в пользу Ростов-Дона, это, ну, такая... Возвращаем его на площадку. Да, не часто удается в комментаторской позиции. До трансляции мы видим, что да, с улыбкой на лице своей традиционной наблюдает за этой встречей Евгений Трефилов. Главный тренер сборной России и немало подопечных его по национальной команде играет сейчас на площадке. Сейчас Габисова, да? Трефилов новые кадры подыскивает на настоящий момент. Я думаю, что вот Галина может зарекомендовать себя. Она привлекалась не единственной сборной, да, а вот еще, да, еще один претендент в будущем на возможное место в сборной России. Юлия Моногарова. Да, пока что она сохраняет украинское гражданство, но известно, что намерена Юлия как можно скорее, насколько это будет возможно, получить российский паспорт. Саш, перебью, Шимкуты появляются на площадке. Самая Регина, да, которая не так давно, в декабре 2014 года, стала гражданкой России. Я думаю, что все это делалось... Ох, какая передача! Хитро, как! Здорово сыграла! Вот это здорово сыграла! Просчитала она этот ход, да посмотрите, как да, она... Да, и бросила Горшенина, а Габисова обхитрила всех, да, в этом. Да, посмотри, вот какая передача. Хитро, коварно, неправо Галину Габисову. Как выбросить ногу, да? Вот это мастерство! Уф, выдохнул в очередной раз я. Как, мне кажется, магнитом притягивает мяч к частям тела Галины Габисовой, конечностям, да, она всячески отражает эти броски. Да, да, очень напряженный, очень интереснейший поединок. 4 минуты до конца остается, 34-18. Роман, пользуясь небольшой паузой, я распрощаюсь с нашими зрителями не на долгое время. Отправлюсь к скамейке запасных, будем ловить игроков после матча, попытаемся пообщаться. Но вот мы сейчас видим непростой эпизод. Фолят на Евгения Шимкута. Еще одна дисквалификация в этой встрече. Кристина Тарасова. Ну что? Составит компания Елена Сливинская. Я отправляюсь поближе к командам и оставляю вас в компании Романа Саганова. Да, Саш, удачи тебе на послематчевых интервью. А мы продолжим. Я продолжу уже в гордом одиночестве комментировать эту встречу. Я думаю, что Ростов-Дон в настоящий момент не растеряет все свое преимущество. Комфортное преимущество. Влада Бобровникова отправляет очередной мяч в ворота астраханской команды. А вот Вякирева коварно так закручивала низом сейчас мяч. И опять Галя Габисова справляется с этим коварнейшим ударом, коварнейшим броском, я бы сказал.
Ильина появляется на площадке. Это Михаил Серегин. Фу, есть над чем подумать, есть над чем поразмышлять перед ответным матчем, который пройдет в Астрахани. Но сейчас ростовчанки просто творят что-то такое, знаете, непредсказуемое, сказочное. На площадке вот как сейчас. Вот это Айда Катя, Айда Катя Ильина. Катюша, с днем рождения тебя. Как сейчас разыграли с Юлией Моногаровой эту двухходовку. Ростовские гандболистки блестяще сейчас играли. Да, зал взрывается аплодисментами. Да, интересно, на лица игроков Ростов-Дона расплываются в улыбке. Да, сегодня у Ростов-Дона все получается. Отнюдь, наоборот, не получается у Астраханочки. Но я не хочу сказать, что Астраханочка слабая команда. Все мы прекрасно знаем противостояние этих двух клубов. И опять же, как говорил мой коллега Александр Боровков, в этом сезоне в регулярном чемпионате Астраханочка на своем поле отобрала очки у Ростов-Дона. Ну что ж, тайм-аут. Давайте послушаем, что же говорят наставники. Вот так вот попробуем доиграть. И мы играем до конца, несмотря на счет. Поехали! Юрий Балахнин на ваших экранах, министр спорта Ростовской области, а это Ян Лесли. Как мы, наверное, слышали, да, Михаил Серегин пытается, как может, настроить свою команду, играть до конца. Да, опытнейший Михаил Серегин. Но вот сегодня, увы и ах, к сожалению, не пошла игра у его команды. Ай, да, интересный поединок, знаете, очень хочется перевести дух уже. Считаем минуты, считаем секунды. Да, и тяжелая игра. Блестяще сегодня играют ростовчанки. И, наверное, ну, я скажу сразу, на мой взгляд, герой этой встречи Галина Габисова. Сегодня Галя творит чудеса. И уже тайм-аут берет сейчас Ян Лесли. Да, такой тактический, тонкий тактический ход наставника ростовской команды. Да, давайте и послушаем. Да, мы сейчас послушаем и Яна Лесли. Ростовский дворец спорта, я вам скажу, заполнен. Да, 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 заполнен Ростовский дворец спорта. Что еще надо для хорошего гандбола? Хорошая весенняя погода, предпраздничный день и выходной. Ну и, конечно же, игра любимой команды. Сегодня Ростов-Дон показывает прекрасную, красивейшую игру. Блестяще сегодня ростовчанки играют. Регина Шемкота с мячом. Пока не получается у Регины пройти эти оборонительные редуты астраханской команды. Вот пыталась. Да, здесь это была, нет, не Регина Шемкота, Майя Петрова. И очередной семерик. Если в прошлые разы исполнялась 7-метровый. Екатерина Ильина, то Регина Шемкута сейчас тоже прекрасно исполняет. Блестяще. Заставляет капитулировать вратаря соперника. Команды соперника. 37-18. Пошла последняя минута. Астраханочка предпринимает последние попытки штурма ростовских ворот. Дякирева, так, знаете, на ленточке ловит мяч, но все же не получается ей сделать точный пас. Ёжикова замахивается, и судья показывает 2 минуты. И на скамейку штрафников отправляется Владлена Бобровникова.
Отдохни, Влада. Ты сегодня проделала огромный объем работы. Последние попытки астраханской команды. Да, блестяще, конечно, здорово здесь сыграла Карина Ёжикова. В падении не получилось у Галины Габисовой взять этот мяч. И вот Ростов-Дон атакует. 10 секунд до конца. Ну как же так? Виктория Борщенко с острого угла выскакивала. Последний бросок поворотами. Галина Габисова берет его. Да! С победой, Ростов! С победой, девчонки, вы сегодня сделали, казалось бы, невозможное. Браво, Галина Габисова! Да, Галя, эти аплодисменты тебе, всей команде Ростов-Дон. Да, интересная игра, блестящая игра. Астраханочки, ну что ж, девчонки, вам сегодня, ну, наверное, не повезло. Да, где-то, может быть, психологически не дотянули астраханские гандболистки. Это я говорю про первый тайм. Очень ровно начинали обе команды, так мяч в мяч шли. Где-то, наверное, на 7-8 минуте так психологическое давление Ростов-Дона сказалось. Игре на матче в целом блестяще сегодня Ростов-Дон сыграл. Да, очень тяжело. Очень тяжело далась эта победа. Опять же скажу, на мой взгляд, кому-то может показаться, что ростовчанки легко, довольно легко сегодня обыграли соперниц. Но, знаете, в спорте легких побед...